Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как делать вот такой вот браслет из паракорда, который называется гусеничка. Это быстро расплетаемый браслет. Я покажу на видео, как его быстро расплести. Почему гусеничка? Ну вот видно, да, что вот это ребрышко действительно напоминает гусеничку. Этот браслет подходит на любую руку, то есть универсальный по плетению, мужскую, женскую, детскую. Браслет достаточно тонкий. В браслете содержится около 2 метров паракорда. Смотрим. В основании этого браслета лежит узел булинь. Вот он. По ссылочке можно посмотреть, как его делать. Я уже показывала. Это не скользящий узел, напомню. Вот видно, да, что он не двигается. Ну и, соответственно, петелька наша под алмазный узел, который мы будем застегивать наш браслет. Итак, сам браслет. Как плести? Оставляем нашу петельку внизу. Рабочей нитью вот таким вот образом делаем петлю. Одну. И делаем петлю вторую. Вторую петлю просовываем сверху в первую. Получаем вот такую вот картинку. И затягиваем конструкцию так, чтобы вот эта петля у нас затянулась. То есть подтягиваем вот эту нить и, соответственно, подтягиваем вторую нить. Вот получаем такую картинку. Немного уменьшаем петлю. Повторяем процедуру. Делаем еще одну петлю, вправляем в первую, затягиваем и убираем вот эту нашу петлю, затягивая еще раз. Уменьшаем. Делаем петлю, просовываем сверху, затягиваем сначала одну, затягиваем вторую. Уменьшаем петлю. Делаем петлю. Просовываем в петлю. Затягиваем. И затягиваем еще раз. Таким образом продолжаем до того момента, пока у нас браслет не дойдет до нужной длины. То есть, как видим, плетение достаточно простое. Затягивать его чересчур не нужно. Ну вот видно уже, да, что тут рисуночек плетения какой-то появляется. То есть вы плетете до момента, пока не будет достаточной длины. Будь то браслет, темляк, ланьярд, либо что-то еще. То есть, как видно, да, достаточно просто. Петельку затянули один раз, затянули второй раз. Уменьшили. Петельку в петельку затянули, еще раз затянули, уменьшили. Он вот видно, да, искривляется, но это ж паракорд. Вот видно, да, виден гребешок. Теперь понятно, почему этот браслет называется гусеничкой, потому что действительно похоже на гусеничку. В чем фишка этого браслета? Давайте я еще немного проплету и расскажу. Этот браслет быстро расплетаемый. То есть, не учитывая того, что на концах будет с одной стороны узел булини, с другой стороны алмазный, этот браслет у нас будет быстро расплетаемый. То есть, если убрать наши хвосты, да, ну в данном случае с одной стороны хотя бы убрать алмазный узел, который будет завершающим, то мы получим быстро расплетаемый браслет из паракорда. Ну вот сейчас еще немного я проплету, вот видно уже, да, что получается такое плетение, достаточно интересное. Браслет тонкий, как видно, такой чуть треугольный. Но интересное, интересное плетение, несомненно. Очень простенькое, очень интересное. То есть, что мы сейчас сделаем? Сейчас я еще проплету
немного. Вот сейчас сделаю буквально пару еще узелочков. Раз, два. Давайте три. Сделаем три узелка. Ну, допустим, вы доплели до конца, да, допустим, там, вот этот темлячок. И здесь вы закрепили, как закреплять? В петлю нить высовываете. Давайте я покажу. Затягиваете. И вот здесь делаете алмазный узел. Но я хочу показать, как этот браслет быстро расплести. То есть показать вам, что он действительно быстро расплетаемый. Итак, гипотетически мы довязали наш браслет или там какое-то изделие. Гусеничка. Вот она, наша гусеничка, да? Получилась вот такая. Мне нравится. Здесь был алмазный узел. Мы его, ну, либо развязали, либо обрезали. И как расплести наше изделие? Очень просто. Одной рукой за нить, другой рукой за изделие. Вот все. Вот наш браслет расплетен, и вот она, наша нить. Ловкость рук и ничего более. Здесь у нас остался только узел булин. Ну, собственно, вот так вот это все дело происходит. То есть, если вы хотите тонкий, быстро расплетаемый браслет с запасом паракорда около до 1,5 метров, скажем так, то вот гусеничка — это один из не очень многих вариантов, который может для вас подойти. Сейчас я все-таки хочу показать, как будет выглядеть этот браслет целым, да, то есть изделием. Сейчас сплету и покажу, что получилось. Вот так выглядит браслет уже в собранном виде, да, в готовом. Вот он тут в конце у нас алмазный узел. Я показывала уже, как его делать. Вот по ссылочке можно посмотреть. Ну и, собственно, наша гусеничка. Действительно, очень похожа на гусеничку. Особенно вот в такой расцветке. Вот. Ну, браслет достаточно интересный. Тем более быстро расплетаемый. Вот. Ну, теперь вы будете знать, как его делать. В этом браслете содержится 2 метра паракорда. Здесь можно вот оставить хвостик для более удобного его одевания. Петелька тоже подходит. Как видно, не расстегивается, петля не скользит. Всем спасибо. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Пишите в комментариях, что понравилось, что не очень понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.